Собраны просто лисички. Сделайте вот так, и спина болеть не будет никогда. Главное с утра. Не раздавить грибочки. Ну вот и бонусом нам к завершению третьего ведра мы наконец-таки набрели на место, где крупные лисички прям вот такого масштаба. Всем доброе утро. Мы 3 года или 4 не доставали лодку и решили выбраться по грибы, не на рыбалку. Давайте посмотрим, что у нас получится. Ну, надеемся, процесс пойдет. Как-то вот так вот у нас все происходит. Очень красивое утро. Летняя природа. Недалеко от города. Расцвела вот такая вот белая травка. Что это за травка такая? Мне она всегда напоминает аромат моря. Детские воспоминания. Ностальгия. Поедем мы, наверное, по лисичке. Посмотрим, чем нас все это дело порадует. Над рекой стоит туман. Ну, дай бог нам удачи. Прилетают комары. Машка, куда же без нее? Отыскала шапки, заслонки такие. Костюм у меня. Это уже в мелкую сеточку. Пару ножиков, несколько ведерок, пакетики. Ну, в общем, и, как всегда, очень большие предвкушения. Обязательно сапоги. Между прочим, меня в этом году уже пыталась укусить за сапоги змея, поэтому я теперь без сапог никуда. Там заливные берега, поэтому только в сапогах. Ну и вот такая вот речка. Видно, рыбка клюет мелкая. Вон, пускает кружочки. Тут рыбаки сидели, рыбачили. Кстати, да, может быть, и ясь уже идти, так что ну, времени нету, поэтому летняя рыбалка плавно перетечет в осеннюю. Очень много воды, слава богу, в этом году. Ой, мошки. В общем, поедем без мотора, будем на веслах переплывать. Там прям по диагонали нужно будет хорошо взять. О, уже кто-то тут что-то наловил, смотрите-ка. Кто это у нас тут? Это ясь, скорее всего, на карася не похож. Так что рыба тут есть, ребята, между прочим. Грибника готовы отправляться. Лодка надута, ведра собраны. Себя взяли. Ну, в общем, как-то на веслах по старинке. Ладка стоит на лодке. Это у нас медведь драл в ночь. Мне кажется, после той рыбалки мы лодку даже не трогали. Это еще, кстати, больше лет. Прошу. Самый главный грибун. Ну, сейчас посмотрим, как это на веслах. Раньше вручную накачивали, а теперь будем на веслах по старинке грести. Все, берег пока. Ну, лодка хорошо накачана. Ну так-то быстренько плывем. Быстренько плывем. Ветра нет, течения нет. Да. Перебраться. Водоем широкий. Красоты проплывают мимо очень медленно. Вот кто-то уже на моторке.
вышел. Просто как зеркало. Нам куда-то... А, вон нам, кстати, наверное, к тем, видишь? Кушарям, да. Да, к тем кушарям. Ну, вообще так-то можно теоретически припарковаться в любое место. Даже вот сюда вот можно, а потом перейти туда. Так что можно... Видишь, там тоже пологий берег. Давай не будем туда ехать. Просто перейдем. Нам же не на рыбалку. Вот там. Вот как впереди. Ладно, будем... Крутой? Нет, так нам просто этот... Привязать лодку, да и все. Было парковочное место. Ну, там было, да. В общем, остальное пешком мы пройдем. Буль-буль. Вот уже оделись в экипировку. Еще метров. Чуть-чуть. Будем швартоваться. Третью включаем, да? Готовы парковаться. Ура! Паркуемся. Пик-пик-пик-пик-пик. Оба-на! Все, пришвартовались. Я пошла. Первая. Опа-на! Так. Веревочка. Сейчас привяжемся. Ой, прямо удивительно, что никакого скарба нету. Ну да. Сейчас будет. Сейчас будет. Ну ладно, главное что-нибудь найти. Может, уже все собрали. Ладно, пошли смотреть грибы. Такой лес. Они были везде. Ну да, чуть-чуть подальше. Кто первый найдет? Да, сейчас кто первый найдет, тот будет пищать. Но пока ничего не видно, между прочим. Да ты что? Ух ты! Подожди, может быть, я плохо смотрю. Сейчас, подождите, ребята. Вальдемар говорит, нашел. Ура, грибы есть. Значит, не соврал наш сельхозрынок. Покажи. Ой, смотрите, вот они. Все, ура, собираем. И вот они, вот, пошли. Ой-ой-ой, все, сыпануло. Смотрите-ка, вон их сколько. Ой-ой-ой, слушай, да, главное теперь не топтаться. Тащи ведра. О, и вон. Нет, ты тащи. Все, вот, смотрите, ура. Грибам быть. Ура! Как жадно Анна собирает грибы. Я много лет уже не собирала, собираем без ножа. Последний раз мы сюда ездили 6 лет назад. Да. Давайте еще мне, чтобы прямо руки загребущие что-нибудь найти. Вон, загребущие. Вон полянка. Ага, вот. Ура! Снимай, смотри. Вот опушечка маленькая. Это настоящая лисичка. Есть ложные. Ложная отличается. Нету вот такого загиба, ну скажем, бархатной шляпки. И очень тоненькая ножка. Ну, ее как-то так видно, что она не такая какая-то хиленькая. Вот это настоящая лисичка. Лисички полезны противоглистными свойствами. Я их люблю, потому что они не червивые. То есть это единственный нечервивый гриб. То есть он и сам по себе нечервивый, и из человека гонит червей. И в картошечке жареной, да, очень вкусно. Да, в картошечке жареной, да. Я их пробовала мариновать.
Ну, давайте тоже и замаринуем, и пожарим. От нас рецепты. Вот. Вовремя попали, грибы не переросшие, средней такой спелости, не миленькие. Вот, потому что есть прямо совсем вот такие вот мелкие. Мы даже собирали, знаете, вот иногда еле-еле вот попадали, вот, ну, буквально сантиметра полтора. То есть вот это вот прямо самый грибочек такой. Смотрите, сколько комаров. Ну, не знаю, просто вот видно. Это комары вокруг меня. Ой, беру. Кто-то ищет интернет, а я вот такие лисички. О, какие же. Вау, смотри, желтая прям. Аккуратно не наступи. Под ногами. Поднимай под ногами. Аккуратно, шаг влево, шаг вправо. Это надо сейчас на коленках идти, потому что они вон, видишь, такие маленькие. Да, и среди. Вот тут полянка. И среди сухого. Ребят, собираем. Вот смотри, сзади, под сапогом. Ага, собираем прямо с листвой, потому что азарт такой, что я не могу остановиться. И листву собираем. Потом сядем, как Золушка, и переберем. Так, ну что, вот местечко, вот если одно местечко. Вон второе местечко, и вон, да, ой, тут вот, под, смотри, вдоль дороги пойдешь, и много грибов найдешь. Так что... Вот мы нашли. Вот тут вот просто можно вдоль этой гривы идти и ползти, я могу сказать так, ползти. Как вам симфония? Оркестр. Комары вообще от нас жужжат. Вот видите, уже влага, ну, солнца много. Вот уже начинают они подсыхать. То есть, соответственно... Берем только те, которые более-менее крепкие. А те, которые совсем захеревшие, трогать не будем. Ну, как сейчас и плотненько, скажи, Вальдемар. Да. Ну, когда 6 лет назад, тогда, помнишь, они были прям рыхлые. Ну, да. А поздно приехали. Поздно. Блин, 6 лет назад. Как время быстро летит. 6 лет назад. Вальдемар, смотри, помоги мне тут тоже. Или ведро как-нибудь, да, я что-то не знаю. У меня тут тоже симфония, сейчас дам. Ой, полная, вон. Полная грязи, лисичек, грибок. Угу. Это боюсь наступить просто. Сейчас тебе подам. Вложу мое. Ага, хитренький. У нас... На шампанское мы с ним поспорили. Кто первый насобирает, тот ведро. Тот вверх шампанское. Хочешь сказать, что я уже проспорил? Ну да. Ну конечно, сейчас ты, вот. Сейчас ты не проспоришь. Сейчас ты не проспоришь, конечно. Сбор на коленках, сбор ползком. Не, я ушла сейчас в свое. Да ради бога. Сейчас вот до той, до верхушечки вот туда дойдем. И будет. Вернуться с пакетами. Я помню, один раз мы так нарвались, что даже вот еще не хватило ни ведер, ни пакетов, даже вот сюда вот собирали в одежду. Всегда вопрос, а что вы будете делать? Да. Просто, что мы будем делать? Мы будем их сушить. Сегодня будет у нас картошечка с жареными лисичками. Дома есть нечего, да? Дома есть нечего, кроме воды и грибов. Вот вообще поляночка такая. Ну тут вот, видишь, маленько подсохли. Ну, есть такое дело. О, смотри, вон они прячутся. Вот как они прячутся. Мелкие. Но комаров вокруг тебя просто тьма. Ничего страшного. Это вот. Непрокусываемый костюм, чем вот хорош. Не, хорошо вот эти на шлемники взяли, потому что без шлемов уже бы уши распухли. Нет, тут даже они не реагируют на аэрозоли. Да их тут просто
километры этих комаров. Так, ну что? Между прочим, кусается комаришня. Вот он, я тоже возьму крупненький. Так, чем-то он тут придавлен веточкой. Что, распушилось? Нет, не успел. Так, ну я собрала. Ой, смотри дальше. Так, я же говорю, до самого конца. Обалдеть. Вон одна, полти, да? Вот дорожка, да, прям вот отсюда, и вон, вон усыпано. Я вот выдрала прямо. Вон усыпано. И вон до самого туда зеленого. Ползли тогда, что это? Да, ползли. Мы продолжаем сбор наших грибов, прервав нашу трансляцию. Спасибо, что присутствовали с нами. Было очень приятно, что не забываете о нас. 12 тысяч в прямом эфире посмотрело нас. Это великолепно. Вот мы первое ведерко 10-литровое собрали. Лисичек грибов. Второе. Тоже на подходе. Что, продвигаемся туда дальше? Берем. Лисичек с мамой, что теперь? Что ты там самое главное навьюсь? Продвигаемся дальше. Вот маленький. Крупненькие. Да, тут вообще смотри. А мы сейчас ближе, чем ближе к водоему, тем они крупнее. Да, вот это вот и видишь, и качество какое прямо. Угу. Блин, они мне комары залазят прям под эту. Под кофту. Давай дальше пошли. Пошли. Во. Фу, блин, уже подустала маленько. Сейчас уже не то, что на коленках. Скоро вот так вот поползу. Делайте. Смотри. Вот так, и спина болеть не будет никогда. Главное, главное с утра. Не раздавить грибочки. Да, эти вот получше, покрупнее. Вот прямо даже видно, то есть он собирали вон какие малюсенькие, вот. Угу. А эти уже вот прямо видно, ну, результат. Да, это так точно. Что сейчас поживее должно пойти. Так, я тоже вижу тут два штучки. Вот так вот. Так, раз. Я, если честно, я уже закружилась. Я даже не понимаю, где я нахожусь. Это я хорошо знаю. Если бы ты была одна, да. Ты бы думала, куда ты я хожу, а так ответственность перекладываешь. Опа. Что у нас тут? Тут у нас ничего, никого. Так вот, обернулась. Вот место. Иди вон, ползи. Вот прям отсюда на коленке становись и ползи вон прям туда вдоль дорожки. Да, прям к водоему. Прям к водоему, смотри. Все, собираем. Так, пока там Анечка собирает и приближается ко мне. Смотрите, какая красота. Вот оттуда вас. Все это покрыто мхом, да? Красота неписанная. И вот они начинаются, грибочки. Вот они, грибочки. Лисички. Вот. Усыпано прям. Просто усыпано. Вот оно тут. Россыпью. Конечно, бывают места и еще похлеще, но это сказка. На коленочки становись. И вперед. Погнала собирать. С мусора. Совсем-совсем. Мусор потом всплывет. Ну, так-то да. Он мелкий, он мелкий. Я буду сейчас выковыривать. Конечно. Тут, пока ты будешь выковыривать, тебя комары съедят быстрее. И грибов тех не захочется. Они вот семейкой вытащили. Ну вот пока Анушка тут собирает, а у нас тут с этой стороны такой шикарный водоем. Сейчас глянем 5 секунд. Мы здесь лет 6 назад плавали на лодке. Что-то рыбачили. Даже вон рыбка плавает.
Тут мы спиннинги кидали. Учились рыбачить. Да, тут на ночь останешься. К утру от тебя будут одни эти кости. Съедят чисто комары. Тут никакие дымовухи не помогут. Так вот ты соберешь эту полянку, вот полянка и вот полянка. И как раз будет почти 30 литров. А где 30? Ну сейчас третье уже начнется ведро. Так, ну вот. Второе 10-литровое ведро насобирали. И сейчас приступаем уже к третьим десятку. Как быстро оно наполняется. Моменто море. Ну, где мелкая, где крупная. Ладно. Да. Сейчас поставим. Вот такой вот у нас урожай. Два ведра. Лисичек. Так, ну вот мы еще с Анечкой нашли тут еще одну россыпь мелких. Но был бы дождик, они были бы больше. Уже покрупнее Анечки. Прям рассыпаются. Впереди водоем. Давай. Пособираем. Ну да. Прям отрывается шляпка от ножки. Прям хочется так. Найнежнейшее. Они же тоже по сортам отличаются. И шляпки варьируются по цветам. Так, ну тут вот вообще только ноготочками. А, собирай тут, я посмотрю. Ну вот и бонусом нам к завершению третьего ведра мы наконец-таки набрели на место, где крупные лисички прям вот такого масштаба. Размерчик у них очень внушительный, приятный. Да, вот таких, это бы уже было 10 ведер. Да, если бы мы таких собирали, а не мелочь. Вот они, такие вот они все крупненькие. Такой даже приятно найти. Найти, собрать. В ладошку помещается один, второй. И ведро. И ведро. Сразу на пол ладошки. И у Ани там то же самое. Что-то там говоришь, у тебя мелочки есть. Давай, не хочется раздеваться. Не, комары. Комары сожрут. На. На подушник. Давай, наволочка, конечно, ну ладно. И теперь за пакетами, просто неохота бежать далеко уж. Так в ней грибы были. А возьмешь, хорошо соберешься, а не будет грибов. Ну да, вон сзади тебя еще. Я уже наприседался, мне уже. Уже хочется просто сказать, все, баста. А их все больше и больше и больше и больше. Эх, хорошо-то как. Вот они такие. Один. Второй. Третий. Лисичка мне сегодня будет ночью сниться. Четвертый. Пятый примечаю. Шестой забираю. Просто крутишься вокруг себя. Раз. Два. Три. Вот и все. Целое жменя грибов. Друзья, смотрите, какие. Нам просто бонусом уже. Мы уже заканчиваем. А они все крупнее и крупнее. И вот. И вот полянка. И вон Анечка собирает. Уже даже в подушку собираем. Фух. И вот они вот такие отборные все. Отменные. Уже просто не могу. Не могу и не хочу.
ты ведро не ложи, их еще нести, они сейчас по дороге будут рассыпаться. Так, тут все? Да. Так, мне кажется, мы там еще тоже купину должны быть. Ну иди посмотри на эту купину и пошли отсюда. Вон еще там полянка. Там тоже, кстати, грустно. Да я знаю про нее. Кажется, все. Мы насобирались. Мне уже от них плохо. Все, это 3 часа полета, даже вот под ногами. Я уже просто не трогаю. Ну, давайте я еще 2 возьму для завершения. А эти я трогать не буду. Вот, все. Ведро собрал, 3-е. Точнее, мы вместе с Анечкой собрали. О, бля, они прям попадаются теперь. На обратном пути все крупнее и крупнее. Да что это такое? Все, Аня, пошли отсюда. А то этим грибам и конца, и края не будет. Нам еще веслами гребсти. Почти с километр. Так, ну этот я трогать не буду. Лес, спасибо тебе за грибы, за лисички. Мы поехали домой. Нам еще работать целый день. Анечка, ну что, завершаем? Заканчиваю, ага. Собрали 30 литров лисичек. 3 ведра, хотел сказать. И еще, Аня, вон подушку. Еще и в подушку. 4-й десяток собирает. Главное не нарваться, выходя из леса, не нарваться на лисички. Да, а мы уже нарвались. Вон полянка. И вон там поляночка. Россыпь небольшая. Ну все. Я, короче, пошел к лодке. Выбрались из лесу, 2 раза нарвались на грибы, все думали, как это не нарваться. Я собираю и сама себе бобню под нос, и зачем комары. Оно мне надо? Прям, ух, какие вонючие. Да. Так, отгружаем нашу лодку, наш улов, вот еще наволочки. Вот. Ну, сегодня до вечера придется хорошо перебрать. Грузимся, да, Вальдемар? Да, сейчас. Главное аккуратно. Знаешь, что я думаю, туда вот как раз к трансу поставить, а то тут все нет. Переставлю, да, сейчас. То, что там я будет. Сапог белый. Ну что, 40 литров собрали? 40, ну да, 40 есть. Тут же некоторые 12-литровые, я так думаю. Ладно, сколько не собрали, все наше. Да. Главное, что ничего червивого нету, мусора получили много. Максимальное удовольствие от сбора лисичек и просто брождение по дикому лесу в тайге. Довольные, счастливые, едем домой. Едем. Едем. Отчалим. Сейчас толкаю лодку, буду сама тоже прыгать. Главное успеть. Нормально так? Да, нормально. Говорит, нормально. Поймали мы грибов. Да, поймали, вон тут вон что еще бегает. Сколько пойматых. Водометки. Не торопись, потихонечку. Сейчас хорошо вдоль. По течению. По течению. Сейчас быстро махом доедем. А где грибы? Удовольствие сзади меня. Да? А то я думали остали. Собирали комары. И все оставили. Пусть от нас отстанут. Слушай, между прочим, наверное, можно попробовать, вот смотри, вот там. Вон, видишь, машина красная стоит, и вот так вот проезжать. А то мы по старинке. Нам же надо то мотор, то еще что-то. Ладно, сейчас сами поедем. Мокрый есть вообще. Ага. Сейчас кофейку приедем выпьем. Ну да. Тишина такая. Нету комаров. Ветра нет. Ручных, злых. Ух, домой. Домой. Ну вот, мы пришли с грибов, мысли не можем сгрести. На этом наша грибалка закончилась. Да. Вот собрали мы почти 40 литров грибов, лисичек отменных,
Поэтому теперь едем домой. Все это теперь надо перебрать, переработать, ну и, соответственно, приготовить. Ну, а кому понравилось наше путешествие, оставайтесь. И пальчики вверх обязательно. Да, мы скоро пойдем опять по грибы. А может, на рыбалку. Ну что, Золушка, теперь все это надо перебрать. Собрать этого мало. 2 часа на коленках поползать. Теперь это все надо перебрать от мусора. Вот, мусор. Я думаю, что пол ведра точно мусора будет. Ну, мусор знатный. Да. Ну, но грибы-то шикарные. Грибы вообще супер. Вон, какие собраны. Просто лисички. Сегодня будем кушать грибочки с картошечкой. Да. И с лучком. Ну все, на этой прекрасной ноте мы погнали. Давай.